жил здесь, это наша квартира. Наверняка у него мысли были, да, то есть его здесь уже ничего не держало, то есть ему надо было прорываться бы на фронт. Ну, что потом он и сделал. Но вот эта девочка, которая, она его именно задержала. Именно об этом наша выставка, то есть о том, что делать, когда визуального становится слишком много. Мы обращаемся к чему-то материальному, интересному, необычному, может быть, не цифровому или даже антицифровому. Нет, ты чего здесь делаешь? Живу. А кто тебя сюда пустил? Дворничиха. Тетя Настя. В этой квартире никого умерших не было. И потом тут в окошке стекло целое, одно на весь этаж. Просто чудо. Они встретились в едва уцелевшей комнатке полуразрушенного дома в блокадном Ленинграде. Герои пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» поначалу даже не догадываются, что скоро станут друг для друга самыми близкими людьми. История начинается в 1942 году, когда 15-летняя Лика теряет крышу над головой и поселяется в квартире, которая принадлежит семье Марата Евстигнеева. С его возвращением для девушки закончилась немая тишина, изредка прерываемая взрывами снарядов. В первых сценах, когда нужно было себе представить это положение, в котором находится моя героиня, да, было немножечко сложно, потому что все-таки, да, мы там читаем, мы слышим, мы испытываем иногда какие-то трудности жизненные, но вот в таких экстремальных ситуациях, конечно, мне не приходилось бывать и наблюдать такие ситуации. Пьесу «Мой бедный Марат» предложил к постановке режиссер Валерий Лагутенко. Ранее она уже игралась на сцене «Дилижанса». Спустя год спектакль возобновили и посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Изменился актерский состав. Теперь роль Леонидика, который ворвался в жизнь Марата и Лики, исполняет Павел Зотов. Растопочка! Хорошая растопочка! Мой герой – это человек, который потерял всех своих близких очень рано. И ему нужно кому-то прибиться, с кем-то завязать какие-то отношения, чтобы, ну, не погибнуть, в конце концов. Потому что Марат с Ликой, они как-то нашли друг друга, а Леонидик, вот, он потерял мать, потерял отца, потом потерял отчима, и надо найти какое-то тепло. В этой маленькой холодной квартире Леонидик не только нашел тепло, физическое и душевное, но и стал третьей вершиной любовного треугольника. Страсти в борьбе за Лику накаляются еще сильнее, когда юноши возвращаются с фронта в 46-м году. Они одновременно, да, и друзья, и получается, ну, как сказать, враги, но только друзьями они раньше стали. И благодаря, ну, этому, чем врагами. Поэтому они, как сказать, их конфликт вражеский не решается до конца, а то, что они дружат, это, ну, как бы, вот вражда их не может разрушить эту дружбу. Кому-то из нас надо уехать. И там будет. Может быть. Ленечка, поезжай ты. Так оно лучше будет. Кому? Тебе. Я это верно знаю. Тогда я стану настоящим мужчиной. Спектакли по мотивам арбузовской пьесы ранее уже показывали самарские, московские и санкт-петербургские театры. Тольяттинский «Дилижанс» выбрал популярную для постановки историю о любовном треугольнике не случайно. «Мой бедный Марат» специально нами эта работа была выбрана для репертуара, скорее для соединения поколений старшего поколения, которые, может быть, являются свидетелями, участниками этих событий того времени, да, и молодежи, потому что действуют все-таки в пьесе люди молодые, начинают как бы прям совершенно подростки, и уже в конце пьесы они в возрасте, в таком среднем возрасте. История продолжается спустя 13 лет. Повзрослевшие герои встречаются в маленькой питерской квартире, которая и соединила их судьбы. Что ты с ним сделала? Отвечай! А ну-ка предъяви свои права на прокурорский дом, друг любезный! 13 лет назад я оставил вас в этой комнате. В комнате, в которой прошло мое детство. Вот почему я могу спросить тебя любым тоном. Любым, ты поняла? Вы счастливы? Живем себе.
поликлинику регулярно ходим. Это пьеса, наверное, о взрослении. И вопрос только в том, что с взрослением утратит ли человек веру в свои силы или смирится с тем, что имеет. Мне кажется, вот, наверное, об этом, потому что ну, это и в нашей жизни очень близко, это видно и по современным людям, что в какой-то момент на определенном этапе жизни мы утрачиваем энергию и утрачиваем даже смысл. Потерявший волю к жизни Леонидик совершает неожиданный для всех поступок. То, что я эгоист, не понял. Нужно остаться одному. Уйти от твоих забот, от твоей опеки. Ты-то их сильнее. Я знаю. И все равно вам не жить друг без друга. В первую очередь, это пьеса о любви. Ну, а вторую, как я оцениваю это со стороны моего героя, пьеса о, ну, о поступке. Ну, он открыл глаза на правду. Он увидел истину и понял, что так жить просто нельзя. Леонидик, он как бы понял, он сумел уйти. Вроде свел Лику с Маратом. Но там их ждет, там есть какая-то надежда, да, что... Но как будто в жизни такого не бывает. Пьеса называется «Бедный, мой бедный Марат». Там, и Лик его «Бедный Марат» называется. Он ее спрашивает, говорит, что ты меня бедным называешь? Она ему говорит, потому что ты веришь в невозможное. Ну и как бы вот это такой невозможный финал, что все-таки у них все получилось. Да, хочется верить, чтобы в жизни так, ну, как бы сбывалось. Дословно термин «пост-диджитал» переводится как «после цифрового» или «после цифры». Свое видение этого направления представили художники Самары и Автограда на выставке в отделе современного искусства. Некоторые работы вводят в заблуждение. С первого взгляда даже непонятно, что это. Но в этом и суть – слегка запутать зрителя. Яркие неестественные цвета, шумовые цветовые эффекты, которые возможны только в цифровом воспроизведении. Ну, то есть это какие-то, может быть, даже дефекты воспроизведения именно в цифре, они переносятся на бумагу. То есть если вы видите изображенную, ну, грубо говоря, масляной краской цветовую настроечную таблицу у экрана телевизора, изображенную именно на картине, это скорее будет направление постдиджитал. Главная особенность направления постдиджитал – элементы цифровизации. Каждый автор представил ее по-разному. Самарская художница-коллажистка Ирина Севастьянова подготовила серию экспонатов «Блуждающие пейзажи лиц». Именно здесь у гостей возникает больше всего вопросов. В первую очередь, они достаточно необычно и интересно смотрятся, напоминают работы сюрреалистов, и сложно угадать конечный результат. То есть ты запускаешь процесс сканирования, прикладываешь лицо, как-то движешься вместе со сканирующим элементом синхронно, и только когда уже процесс закончен, можно увидеть результат. В дальнейшем обработке она не подвергала эти изображения, то есть это такие селфи, полученные, ну, несколько случайным образом на устройство, совершенно не предназначенное для этого. Главная цель, которая объединяет всех авторов, привлечь внимание к современному искусству, показать разные экспонаты, от классических до экстравагантных. Особенно актуально это в век высоких технологий, отмечают сотрудники арт-пространства, когда люди производят гигабайты фотографий, присыщаются лентами социальных сетей и порой упускают из виду по-настоящему ценные вещи. Особенно меня удивило и как бы неожиданностью было увидеть такой коллаж, который заставляет задуматься о том, что каждый день мы пользуемся своей техникой, каждый день мы вводим по сенсорному экрану, ничего не ощущая, проходя мимо, может быть, чего-то интересного и достаточно ценного. А здесь, допустим, мы понимаем, что можем ощутить и где-то перенестись, наверное,
другие эмоции, другие мысли, и остановиться, и переключиться на что-то более ценное, интересное. Выставка работает в отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея с 8 февраля. К открытию готовились около месяца. Выбирали самые яркие и необычные работы, писали концепцию. Здесь около 70 экспонатов. Среди них и цифровая живопись, нанесенная поверх краской, и фотографии, преобразованные в физические объекты, и картины. Я стою возле этой картины, насколько я узнала, что она была сделана в технике перемонтаж. Но вот когда я на нее смотрю, у меня возникает ощущение, как будто я смотрю в какие-то параллельные миры. То есть я вижу несколько изображений, настроенных друг на друге. Вот они как бы съезжаются, разъезжаются, и ты попадаешь в какую-то несуществующую другую реальность, я бы так сказала. Поэтому вот она, когда смотришь на эту картину, ты видишь, наверное, их несколько сразу. Уделили внимание художники и противоположному направлению – антидиджитал, то есть антицифровое. Экспонаты, выполненные в этом стиле, разместили в отдельном выставочном зале. Некоторые заставляют гостей задуматься, а некоторые даже пугают. Один из примеров – работы тольяттинского архитектора Максима Крючкова. Рассмотреть их внимательно можно только вживую. Передать изображение в точности, сфотографировав его на смартфон или фотоаппарат, не получится. А все потому, что они выполнены в технике арт-тюнинг. Она достаточно сложная, необычная и многоплановая, и работы, созданные вот этим методом, то есть это наносится толстый слой масляной краски, сначала прорисовывается фактура, строительным шпателем работает художник, и затем сверху, после высыхания краски, уже наносится красочный слой, который раскрашивает. Получается изображение, которое крайне сложно воспроизвести в цифровом виде, то есть фотографии не получают, рельефы бликуют. Выставка «Post-Digital» раскрывает перед зрителями область современного искусства, заставляет переосмыслить привычные изображения. Обилие необычных и непонятных с первого взгляда экспонатов обусловлено тем, что именно они могут заставить человека отвлечься от гаджетов и приобщиться к искусству.